Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Недавно я получил сообщение о том, что с 1 января меняются тарифы, открытие брокер меняет тарифы на обслуживание. Ну, в частности, это касается портфеля, модельный портфель исключительно, в общем-то. Итак, открытие брокер оптимизирует тарифную линейку. С 1 января 2019 года планируются изменения в тарифном плане модельный портфель. Тра-та-та, значит, здесь описывается, что будет. Сейчас я своими словами расскажу, что это будет. Вот. Но сейчас, смотрите, модельный портфель – это торговля по подсказкам. Подсказки дают аналитики, открытие брокер, которые говорят, что вот мы считаем, такие акции купить надо, такие надо продать. И, конечно, аналитикам надо платить, и аналитики получают зарплату от чего? От процент от комиссии, который берет брокер за сделки. Вот. И в данный момент сейчас, вот, которые текущие тарифы, смотрите, есть тариф универсальный, там 0.057% от суммы сделки комиссия брокера, а на тарифе модельный портфель сделка 0.2%. Это в 3 с лишним раза, в 3,6 раза, насколько я помню, выше, чем комиссия по тарифу универсальной. Ну, естественно, потому что аналитикам надо платить. Но получалось противоречие. Смотрите, интересы клиента и интересы аналитиков, интересы брокера не совпадают. Вот в чем дело. Смотрите, аналитикам выгодно, чтобы сделок было много. Тогда они больше получат, тогда больше комиссии получит брокер, правильно? И было выгодно, и тем больше получат денег они. Поэтому аналитики, по идее, должны были делать, ну, как бы чаще рекомендации по модельному портфелю. Но с другой стороны, что интересует клиента? А клиента интересует как раз, чтобы модельный портфель рос, чтобы росла ну, как бы доходность модельного портфеля. Вот что интересует клиента. И на самом деле аналитики прекрасно понимают, что доходность модельного портфеля растет не от количества сделок, а от того, что от качества этих сделок, от того, что будут качественные активы куплены в модельном портфеле. И получалось так, что вот у аналитиков одни интересы, у клиентов другие. Сейчас это решили устаканить. То есть комиссии по тарифу модельный портфель снижены. То есть они сделали такие же комиссии, как на тарифе универсальный по модельному портфелю. Такие же точно комиссии. Но ввели фиксированную комиссию. Сейчас скажу сколько. Также вводится ежемесячный платеж за услугу по формированию и аналитическому сопровождению модельного портфеля в целях поддержания его актуальной структуры, составляющей 0.012% от стоимости активов клиента в портфеле фондовый рынок, от стоимости активов клиента в портфеле фондовый рынок в рабочий день, но не менее 177 рублей в месяц. Вот такая комиссия, вводится фиксированная комиссия от стоимости активов клиента в портфеле фондовый рынок Московской биржи. На самом деле это хорошо, потому что, смотрите, мы платим только за фондовый рынок, то есть имея тариф модельный портфель, мы можем так же, как на тарифе универсальный, делать сделки на валютном и на срочном рынке. Нам ничего это не запрещает, и там будут такие же, так сказать, комиссии, как на тарифе универсальный, абсолютно такие же. А вот на фондовом, так сказать, потому что именно модельный портфель, все рекомендации только на фондовом рынке, так вот на фондовом рынке, да, вводится фиксированная какая-то комиссия. И поэтому теперь аналитики заинтересованы не в количестве сделок, а в том, чтобы количество активов росло. То есть вот это хорошо на самом деле. Да, будет фиксированная сумма. Да, и теперь аналитики заинтересованы в том, чтобы активы росли. Я считаю, что это нормально, что это естественно, и это абсолютно логичное решение. Вот такие
изменения вводятся. Что такое 177 рублей в месяц? 177 рублей в месяц я умножил, получилось 2124 рубля в год. Это минимальная сумма на тарифе модельный портфель. Вот. Ну, тариф модельный портфель – это минимальная сумма, там, ну, которая, так сказать, ну, рекомендуемая, скажем, это 70 тысяч. Делим эту сумму на 70 тысяч. Делю на 70 тысяч рублей. Получилось 3% от модельного портфеля. От денег, которые лежат на модельном портфеле. 3% в год. Вот. Брокер. Много это или мало? Ну, немало, я скажу честно. 0,012% от стоимости активов клиента в портфеле в рабочий день. Поэтому, да, вот будет браться фиксированная сумма, процент от стоимости активов. И, естественно, если аналитики будут давать не очень хорошие, значит, рекомендации, то, конечно, кто будет вести, кто будет идти на модельный портфель? Да никто. Вот. Я вот, ну, был на одном из встреч, на которой вот эти самые аналитики присутствовали, они сказали, что их цель обеспечить такую доходность, чтобы она превышала как минимум в 2 раза доходность от денег, которые вложены на средний банковский депозит. Ну, средний банковский депозит сейчас в районе там 7% годовых дает. Вот. Ну, соответственно, с учетом всех комиссий, соответственно, доходность модельного портфеля целевая должна быть не менее 14% с учетом вот этих вот комиссий. Там 3 или 4%, понимаете, да? 14%. То есть теперь они очень-очень сильно замотивированы с тем, чтобы давать доходность по модельному портфелю. Вот такие изменения. Я считаю, что это логично и нормально. Вот. Ну, на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Я буду держать вас в курсе всех новостей, которые происходят. С вами был Демитков Юрий. До встречи.